Настоящий праздник высокого уровня прошел в Ледовом дворце. Звезды мирового спорта, бойцы и, конечно же, зрители собрались на турнире по самбо памяти легендарного тренера Виталия Карловича Михайлова. Такие соревнования прошли впервые. Организаторами стали его подопечные. Своими силами и средствами, давними знакомствами удалось отдать дань многолетнему труду выдающегося наставника. Максим Тарасов и Валерий Трубин сумели все-таки это все поднять. Куда ни посмотри, везде люди, которые действительно уважали Виталия Карловича. Это самое главное. Они пришли поклониться ему. Это, по мне, гораздо важнее, чем просто прийти на могилу. Знаете, это здесь дети, здесь память. Для нас, для воспитанников Виталия Карловича, сегодня очень такой трепетный, волнительный день. Мы проводим турнир первый его памяти. И я бы хотел сказать большое спасибо всем людям, меценатам, партнерам, которые помогли нам этот праздник воплотить в жизнь. Всем сегодня желаю посмотреть и насладиться замечательной борьбой самбо. И вы увидите как раз те моменты, чему нас учил Виталий Карлович. Турнир проводился по трем категориям. Спортивное самбо юноши 2010-2011 года рождения в весе до 35 килограммов. Поединки среди юниоров и схватки профессионального боевого самбо. На протяжении всей жизни Виталий Карлович воспитал более 1000 спортсменов, прививая им крепость духа и волю к победе. Его школа жива по сей день в лице воспитанников, которые сейчас тренируют подрастающее поколение нашего города. Люди, которые не помнят свою историю, у них нет будущего. А вы сегодня проводите турнир в память замечательного человека, тренера, который воспитал очень большое количество достойных бойцов, спортсменов, практически целое поколение. Это очень приятно. Значит, у вашего города, у вашего самбо, безусловно, есть перспективы и для дальнейшего роста. Воспитанник Максима Тарасова и Валерия Трубина, 13-летний Максим Качев, единственный саровский участник на турнире. Оттого выступать ему было особенно волнительно. Соревнования у младших спортсменов проводились по олимпийской системе в три этапа. В первом поединке Максиму удалось победить. Виталий Карлович основал самбо в Сарове. Это первая легенда Сарова. Соперники сильные, было очень тяжело. Во втором поединке соперник Максима оказался сильнее. Юноша получил от организаторов турнира специальный приз за стремление к победе. Соревнования собрали на саровской площадке сильнейших самбистов России. Сурен Мирзаашрафов представлял Рыбинск Ярославской области. Спортсмен выступал в категории профессионального самбо в весе до 64 килограммов. В своем поединке он одержал победу. Очень хороший, пригласили много народу, очень приятно, что приходят вот так, болеют, смотрят. Я вот 2 дня назад с первенства России приехал, первенство России выиграл, и вот приехал домой, и через пару дней приехал сюда, вес согнал и вышел, подрался. Сейчас отдохну пару недель или недельку, а потом начну опять готовиться. В октябре буду готовиться на первенство мира на Кипре. В главном поединке вечера сразились заслуженный мастер спорта, двукратный чемпион мира, обладатель Кубка мира, чемпион Европы из Кстова Александр Нестеров и мастер спорта международного класса, трехкратный чемпион Азии по боевому самбо, победитель азиатских игр Дидар Бабаев. Со счетом 30-27 победу одержал кстовский спортсмен. В этот вечер все трибуны Ледового дворца были забиты под завязку. Саровчане пришли почтить память Виталия Карловича Михайлова, насладиться зрелищными поединками. Все присутствующие на турнире – прямое подтверждение того, что дело великого тренера живо и почитаемо всей страной. Дарья Козина, Евгений Шикарев, Сергей Рябов. Служба новостей «Саров-24».